Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Синоптики продлили желтый уровень метеоопасности в связи с ветром. Государственная гидрометеорологическая служба продлила до вторника желтый код метеоопасности в связи с усиленным ветром. По прогнозам синоптиков, сегодня на обширных территориях ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 18-23 метров в секунду, пишет МОЛПРЕСС-МД. По мнению специалистов, пока метеорологическая ситуация в стране не может быть охарактеризована как особенно критическая, но следует учитывать, что из опаснейших погодных явлений наибольшая опасность в марте представляет сильные ветры и снегопады. Данное явление отмечается в среднем раз в 6 лет. Со вторника похолодает, в частности ночью, когда температура воздуха на севере и в центре страны составит ниже 0 градусов. В период с 10 по 12 марта столбики термометров будут показывать днем до 10 градусов по Цельсию с плюсом, а на севере и на юге страны возможны кратковременные дожди по данным Государственной гидрометеорологической службы. В конце текущей недели потеплеет до плюс 16-18 градусов. В случае желтого кода погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.